И это далеко не полный список участников 4-го творческого фестиваля «Грани» на производственном объединении «Старт». Конкурсантов так много, что все они даже не помещаются на сцене. Называется конкурс «Грани», а грани у нас, как говорится, бесконечные. Пожалуйста, на выдумку. Гораздо все. Да, все гораздо. Это очень здорово, потому что не все там, например, только поют, а и танцуют, и поют, и сценки, поэтому я так думаю, что будет здорово, весело. И стихи рассказывают тоже про Россию, про нашу страну. «Мой дом – Россия» – так звучит тема фестиваля в этом году. Простор для творчества так же широк и необъятен, как наша родная страна. Каждая команда представила свою трактовку конкурсного задания. Так представители цеха номер 9 попробовали наглядно продемонстрировать, какие разные народы живут на территории России. Россия – это одна большая страна, и всех объединяет, все нации. Многонациональная. Да, всех наций объединяет, что мы – большую Россию. В одну большую коммунальную квартиру. По долгу службы сотрудники производственного объединения «Старт» выполняют серьезные и важные задачи. Но творчество необходимо каждому, считают участники фестиваля. Ведь не зря же говорят, что песня строить и жить помогает. Она, чтобы придала какую-то надежду в жизни и дальше стимул жить. Потому что сейчас в нашем мире это очень актуально. Работаешь, бывало, так и сочиняешь стихи, а потом на них сама музыка ложится. С песней, да, и жить веселее, и работать веселее. Заводчане показали все грани своего таланта. Одни тяготели к театральному искусству. Три прекрасные девицы сторожат сии границы. Другие отдали предпочтение вокалу или хореографии. Свои выступления на суд жюри представили более десятка команд. Сейчас конкурсная комиссия обрабатывает результаты. Итоги 4-го творческого фестиваля «Грани» станут известны на следующей неделе. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».